Эй, мои дорогие, добро пожаловать на мой канал! Маугли здесь! Это Shadow Warrior, часть вторая, Теневой Воин. Игрушка вышла. К сожалению, я не имел счастья поиграть в первую часть, поэтому об этой игре и, в общем-то, об этой вселенной, о сюжете и вообще о механике этого рубилова я не знаю совершенно ничего. Но, к счастью, я думаю, что будет какое-то обучение, и мы с вами сможем все-таки что-то поиграть. Начинаем новую игру. Ячейка 1, новый персонаж, конечно, одиночная игра, базовая сложность у нас будет. Базовая сложность, погоди. Одиночная игра, конечно, нам много пользоваться не нужно. Выбрать персонажа, давай-ка вы. Зелененький он был. А, это уровень сложности, потрясающий. Вообще, на самом деле, с самого начала уже игра внушает определенную радость и небольшой даже трепет. Она сделана, на самом деле, так мощно. То есть уже с самого меню начинается, знаете, такое ощущение энергетики определенной. Зелененький он был, и юморок, да, смотри-ка здесь, как кузнечик. Этот уровень сложности для людей, которым не нужно ничего доказывать ни себе, ни еще кому бы то ни было. Играть в Shadow Warrior 2 на этом уровне сложности просто идеально, если у вас удалось тяжелый денек, вы хотите почувствовать себя супергероем, черт подери. Меньше на 50% урона. Это неинтересно, давайте на средний, наверное. А, кому немного ванга, я не знаю, что такое ванга, но это явно не та предсказательница ванга. Без труда, понятно. Самое бесстрашное. Рекомендую уровень сложности для тех, кто исследует мир Shadow Warrior впервые. Это достаточно щадящий уровень, позволяющий привыкнуть к механике игры, однако и простым его не назовешь, так у вас останется ощущение прекрасно проделанной работы. Игрок получает 100% урона, это интересно. Стандартное количество расходов материалов нормально. Обычный раб после смерти. Скорость восстановления ООЗ. Очков здоровья обычных врагов до 50%. А здесь у нас небольшой штраф после смерти. То есть, значит, штрафовать будут, я надеюсь, что не на деньги, конечно же. Ладно, давайте само бесстрашие, средний уровень сложности поиграем. Не знаю, ну если будет совсем сложно, ну что-то придется сделать. Нажмите V, чтобы произнести заклинание исчезновения и скрыться от врагов. Понятно, удерживайте V. И продуктом вышло время произнести заклинание исчезновения, чтобы расходовать больше ЦИ и остаться невидимым дольше. Господи, исчезновение также позволит нанести ничего не подозревающим большом. Больше урон первым приемом ближнего боя. Что? Исчезновение также позволит вам нанести ничего не подозревающему. Кому? Больший урон первым приемом ближнего боя. Видимо, через Google Translate все это дело у нас локализовывалось. О, прекрасно. Flying Wild Hawk представляет вместе с Devolver Digital. И мы не хотим это пропускать, мы хотим посмотреть, что здесь происходит. Ванг слушает. Мистер Ванг, время подходит. Я сказал, что у вас все будет в половине шестого, сейчас еще четырех нет. Вам специально выбрали для этой миссии. Обеспечить безопасность при перевозке может быть трудно. И еще спешу сообщить, что храм страстей недавно был захвачен. Прекрасно. Это что за вурдалаки за нами там бегут? Ага, как раз мы туда и направляемся, похоже. Мне вам что, тоже шариков захватить? Уж я-то знаю, как расстраивается Якудза, когда шариков чего-то там. Доброго дня, мистер Ванг. А Ванг, это значит, естественно, у нас главный герой. Будем знакомы. Это что еще такое? Господи! Не надо кролика, да зачем? Ах ты, изверг, живодер! Ну я тебе сейчас отомчу, падла. Абсолютно невозмутимый главный герой. Бутылка с молоком. Катана. Что еще для счастья надо? Ну, чувак, ты попал, что я тебе могу сказать. Готовь свою задницу. Сейчас мистер Ванг тебе ее порежет на ленточки. Ну что? Пора идти сражаться. Че, молочище-то? Какое у нас? Японское, поди. Отвали, падла! Так невозмутимо пошел. Ну что, они на меня нападать не будут, да, насколько я понимаю? Базовое движение нажмите, чтобы заставить персонажа двигаться. Заставили его двигаться, отлично. Воспользуйтесь мышкой, чтобы посмотреться по сторонам. Ну что ж, прекрасная игра идет на средних настройках. Где-то даже на высоких настройках. В стабильные 60 FPS, да, при том, что у меня работает еще и запись. Запись бандикам обычно всегда просаживает частоту еще на несколько кадров. Ну ладно, что ж, пока что вроде как неплохо. Так, shift это у нас, значит, такой стрейф вперед у нас делает. Окей, control мы присаживаемся. Alt достает пистолет. Ага, обменивается оружием. Это также может делать кольцо мыши. Разобрались. Правая кнопка мыши пока что не активна. Левая кнопка мыши рубит. Круто. Что ж, отлично. Мне это очень нравится.
Опа, это кто такой здесь? Я не понял, что за паутина хреново. Ну-ка. Паутина, видимо, оставлена каким-то страшным пауком, с которым мы будем сражаться. Нам показывают, что нам 46 метров нужно. Да фигня делов, говорит, войти в храм страстей. Да, конечно, фигня делов. Используйте 1, 2, 3 или колесо для того, чтобы выбрать оружие. Ага, вот так вот можем круто делать. Так, нажмите Alt, чтобы выбрать последнее оружие. Г для того, чтобы выбрать последнее оружие ближнего боя. Оно у нас всего лишь одно, похоже, да? Вот так, ясно. Ай, куда пропало, я не успел прочитать до конца. Ой, ничего себе, так здесь еще и все и... Погоди, здесь все интерактивное, ну-ка. Ага. Воу, это что сейчас было такое? Смотри, я просто врезался в статую, и она разделась на куски. Мне кажется, что у меня башка металлическая. Эта штука не ломается, нет? Так, смотрим еще, что у нас есть. У нас есть катана, у нас есть мини-карта, у нас есть название наших заданий, у нас есть... Шкала здоровья зелененькая, видимо. Ладно, давай. На самом начале я не думаю, что нас будут сильно гасить здесь. А, что-то там такое было, погоди. Что-то появилось и исчезло, я не успел прочитать, блин. Вернись, подсказка. Я не знаю, почему они так делают. Видимо, они думают, что я играю не первый раз. Нажмите левую кнопку мыши, чтобы атаковать текущим оружием ближнего боя или воспользоваться оружием дальнего боя, если оно является основным. Мя, тебе. Нормально. Мне нравятся такие игры. А, может быть... Ну, и где эта хрень? Нажмите ВВ, чтобы спринт-бросок сделать. Ага, то есть еще и бегать вот так вот можем. А, вот, я понял, быстро бежим. Окей, отлично. Она, ну, видно, что хорошо оптимизирована. Пока что все очень даже летает. Она красивая, она приятная, я думаю, что геймплей здесь тоже будет ураганный. Ну ладно, так, давай-ка. Нам, что нам, 300 метров вниз спускаться? Погоди, куда? Сюда, что ли? Или нет все-таки? Ну, побежали. Воу, нажмите пробел, чтобы прыгнуть. Погоди, я должен потренироваться. Понятно, что я могу перейти. Ну-ка, вот, бежим. Хе-хе-хе, прыгнули. Отлично, все, я прыгнул. Нажмите пробел, чтобы прыгнуть выше. Хе-хе, понятно, двойной прыжок, отлично. Я в кластер трак, мы с вами недавно играли, все нормуль. Давай, побежали дальше. Ох, красота-то какая неземная. Ты посмотри, текстурки-то еще даже не прорисовались там на такой удаленности. Нажмите левый shift во время движения в любом направлении, чтобы совершить рывок. Да, вот это я сделал. Понятно. Вот так вот можем, да. А интересно, у нас расходуется какая-то энергия, стамина. Нет ничего такого, то есть бесконечное количество прыжков этих можем делать, рывков. Нажмите левый shift в прыжке или двойном чего-то там, чтобы совершить рывок ввысь. Ну-ка, мы разбегаемся. Двойной прыжок. Эй, погоди. Ага, вот так. Или как? Я не понял, погоди. Вот мы разбегаемся, прыгаем и делаем... Это не рывок ввысь был, кого ты мне говоришь? А фиг с ним, ладно. Пусть такой, смотри, кто-то летает. Кто это у нас здесь? Летучие мыши, что ли, или это бабочки? Да, не разглядите, слишком быстро летают. Ну что, спускаемся в самый недра пещер. Можем здесь порубить, похоже, вот эти статуи. Нечего здесь стоять. А вдруг они живыми окажутся, потом будут на меня нападать сзади. А вот факел, интересно. Я и факел могу рубить. А мыши-то что? А мыши улетели, кстати, молодцы. Какие умные. Воу. Урон падения, упав, так, контрольная точка активирована, понятно. Упав, вы не пострадаете. Нет, правда, попробуйте. Серьезно? Почему? Почему? То есть с любой высоты, что ли, я упаду и не пострадаю? Да что же за главный герой-то у меня такой здесь? Найти, украсть предмет для якудза. Вот что нам нужно сделать. А-а-а! Серьезно? Воу, первая вражина какой-то пошла. Что он говорит? Господи, если вы не станете, если вы станете еще уродливее, мне придется зажмуриваться, пока я вас буду рубить. Погоди, они, по-моему, сами разбились. А-а-а, есть. Все, что ли? Я взял какую-то пепельницу. Зачем мне пепельница? Легкие пули. Ха-ха, это не пепельница, это легкие пули. Я думал, это окурки какие-то. Погоди. Воу, это что еще за хрень? Тихо. Какой-то зубастик. Тихо стоять. Я не знаю, чем нам нужно пользоваться. По идее, мы же можем их просто пострелять. Я правильно понимаю? Ну, а тебе. Ай, сзади кто-то нападает, блин. Слушай, они здоровые-то вообще. Так, сдохни, мне надо привыкнуть к тому, что здесь происходит. Была еще какая-то подсказка, которую я не уловил. Быстрая пуля, чего-то там, короче, взяли. Пока что все это очень новое для меня.
Ребят, буду очень вам благодарен, если вы мне в комментариях напишете, что вообще, кто такой главный герой, потому что я пока что еще не понял. Тем более, по-любому, вы играли все уже в первую часть. Смотри-ка, здесь, по-моему, какой-то тайный ход, нет? А, нет, просто в обход мы прошли. Напишет, главный герой, может быть, какие-то особенности первой части сюжета, если он вообще там был, конечно. Или просто все сводится к тупому Мочилову. Я не знаю. Это вот у нас есть револьверчик, и у нас есть... А патроны, кстати, ограничены. Давай пока с катаной походим. Она бесконечна. Ох ты, блин, ты что ж такое-то? Святилище Ци полностью восстанавливает ваш запас Ци. Энергия Ци нужна для произнесения заклинаний. Где же я ее могу понять? Ага, вон я вижу синяя, значит, мана типа. Мана Ци, ну поскольку все у нас в восточном сеттинге, то энергия Ци. Цигун от этого происходит. Такая специальная... Ну, гимнастика, я скажу гимнастика, меня, наверное, цигунисты сразу же заклеймят. Нажмите Q, чтобы восстановить запас, часть запаса здоровья. Держите Q или правую кнопку мыши во время произведения заклинания «Следующее пламя», чтобы пополнение запаса здоровья продолжалось, пока у вас еще есть Ци. Погоди, вот я Q, Q держу, и что? А как, а заклинание у нас как-то... А как у нас заклинание производится? Вы помните? Там, по-моему, не говорили об этом. Не знаю, вот правая кнопка мыши, вот я нажимаю, он просто заряжает удар, похоже, да? Ну, это понятно. А как восстановить здоровье? Погоди. Ну-ка еще раз пошли сюда. Сейчас подсказка должна появиться. Подсказочка? А ты где? Я не знаю, куда я пошел. По идее, там можно было бы еще вот так пройти. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Тихо-тихо. И здесь что? Я не хочу просто ничего пропускать. Хочется все подобрать, потому что мы же в самом начале пути. Нам нужно немножечко хоть как-то подзатариться лутом. Так, что это такое? Это что за святилище? Святилище боеприпасов, красненький, полностью восстанавливает запас боеприпасов для всех активных видов оружия. Пойдет. А что мне нужно? Просто подойти. Да, все понял. И типа восстановить. Что, что у револьвера всего лишь 6 патронов получается так. Хм, жаль. Так, здесь ничего нету. О, смотри, аптечка вылетела. Аптечка вылетела. О, как я хорошо зашел. Значит, все-таки надо здесь бочечки всякие рубить. Окей, пойдет. Так, я внизу. Там кто-то, там кто-то есть. Что я буду с ними делать? Расстреливать? Револьверчик из УЗИ? Нифига, ладно. Смотри, сейчас какую-то подсказочку дадут, нет? Это что за хрень там наверху? Эй, это как Half-Life, и там такие штуки были. Слушай, мне кажется, лучше туда не попадать, наверное, на эту нефть. О, я могу его отсюда расстрелять, нет? Бам! Держи, нет, слишком далеко он. Ну ладно, разбегаемся. Опа! Так, смотри, бочка, бочка с чем-то. Она взрывоопасная, мне кажется. Ай! Что, ну-ка, стреляем в нее. Ого, она воспламенилась! Точно, точно, все, я понял. Бочка взрывоопасная была. А это, видимо, мне кажется, это просто льется какая-то нефть сверху. Ну и пусть себе льется. Как нам пройти-то дальше, а? По этой штуке, что ли, идти? Ну, я даже не знаю, я даже не знаю. Ну, давай, пройдем. А, я могу ходить, нормально все. Контрольная точка активирована. Ладно, нас если убьют, то мы останемся живы. Вон он, этот хрен, который на нас напал. Здорово! Че вырло? Или это статуя? Вот, по-моему, это статуя. Которая сейчас оживет, полюбас. А что-то взять надо, какую-то хрень. Загадочный артефакт, вот я беру его. Это какой-то фрукт из Таиланда. О, как мило, это мне, да? Черт! Ай, ты зря это сделал, она сейчас оживит его. О-о, по-моему, попадос. О, отвалите, вот бесит, когда они так делают. Наш главный герой такой крутой парень вообще, я смотрю. Сейчас мы с ним по нефти будем бегать. Воу-воу-воу, что это он делает? Защиту какую-то? Тихо. Стоять. Нажмите R, чтобы отбить удар врага в ближнем бою. Сейчас, погоди. Ну-ка. R. А! Что-то я отбил, нет? А-ха-ха, типа отбил, да? На-на-на тебе. Да что-то легко его зарубили как. А-а-а, это кто такой? Ты кто такой, слышь? А, он вызвал какого-то, короче, прихвостня своего. Черт, это что такое происходит? Погоди, мне точно надо восстанавливать здоровье, потому что, блин, на Q, наверное, надо нажимать. А, вот, смотри-ка, я что-то восстанавливаю. Окей, я восстановил. Все, теперь я понятно. Теперь более-менее понятно. Где он? Блин, так мне с кем надо справиться? Мне, наверное, с ними теперь придется справиться. С молотами его сам. А, стоять! Руби, 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 руби их. А что, вот эти вот цепи, они как-то меня убивают? Или что с ним происходит? Смотри, одного, по-моему, я уже зарубанул. Так, второй, третий. Все, отлично. Привет, сюрприз, блин. Слушай, он защищен здесь. Руби, 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 руби его. Все.
Все, готов. Ничего на свете лучше нету, чем расплющить демона в котлету. Обломаю крылышки уроду, задушу его и всю породу. Круто. Слушай, ну максимум, легкие пули какие-то, я не понял. Короче, это, видимо, боеприпасы. Взяли, денежки мы взяли. Тоже покупать, наверное, будем чуть апгрейдиться. Ну что, пока что все это так выглядит, как некий цифровой хаос, который творится у меня на экране. Побежали бы уже побыстрее. На Ку, значит, мы восстанавливаем. За счет энергии Ци мы восстанавливаем свое здоровечко. Все понятно. Ну что, это справедливо, в общем-то. Типа заклинание такое. Ну что, как вам игра? Нравится? Пишите в комментариях свои впечатления. Это что за... Слушай, это ж чуваки из Фореста. Твою мать, твою мать, твою мать! Да реально твою мать, надо валить отсюда. Мне кажется, надо убегать. Надо убегать, дорогой ты мой. Ааа, здесь еще какие-то прихвостни. Так, ну что, побежали, пацаны. Нафиг, 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 нафиг. Подожди, дайте мне управление, я хочу сам побегать. А почему мне не дают побегать? Это что такое вообще? Ага, вот он что придумал, да? Ну так неинтересно, блин. Вот вам. Мудро. Уважение. Контроль точка активирована. Так, это что-то сердце у нас здесь. Исцеляющие святилища могут полностью восполнить запас вашего здоровья, если вы к ним подойдете. Что это за сердце? Рубануть его? Ай! Я не понял, что я сделал сейчас. Ну я как бы типа взорвался. Непонятно. Ладно, фиг с ним. О, восполнили. Не надо было, кстати, там, да. Вот, смотри, еще какая-то хрень. Что это такое? Регенерация здоровья 21 секунда. А что? Вот что это такое? Друзья мои, знаете, что за плоды какие-то непонятные? Похоже на какие-то реальности. Сердце на какое-то. Чтобы посмотреть, солезть, подойти к ней или подпрыгнуть. А вот, кстати, у нас бочка, которая взрывается. Да, это мы уже знаем. А зачем это делается? Здесь же никого нет. Понятно. Все просто. Так, смотри. Вот эти выросты, они явно что-то значат. Вот смотри. Вот что с ней происходит. Она взрывается. И чё? Нам ничего не добавляется. Я не понял, короче говоря. Какая-то ерундень. Забраться на уступ пробел. Двойной, наверное, прыжок нам нужно сделать. Я правильно понимаю? Вот так вот. Пойдет. Что у нас здесь? Здесь у нас ничего здесь не были. Окей, побежали. Побежали в Ганга. Или Ванг, как тебя там зовут? Опа, куда мы пришли? А, видимо, придется... Ага, вот сюда, смотри. Это что такое еще было? Это что за... Это, погоди, я застрял в текстуре! А-а-а! Выпустите! Нет-нет-нет-нет-нет, Ванг, 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 давай-давай-давай, на уходи отсюда, блин! Это несерьезно, пожалуйста, 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 вылези! Что делать-то будем? Давайте прорубаться сквозь камень будем, что делать. А-а-а! Смотри, прыжок у меня не работает. Я застрял реально в текстуре. Капец. Вот тебе и, короче, и первый запуск игры. Так, а я могу сесть. Смотри, у меня там боты даже какие-то прикольные есть. Так, я что? Я... О, смотри, я немножко вылез из текстуры, по-моему. Давайте просто сейчас хаотично будем нажимать на кнопочки и попробуем как-то все-таки выбраться отсюда. Ай, вообще, это несерьезно. Ну, ребят, ну ты что, игра только началась, блин. Катана у меня бесконечная вообще. Я уже забыл, что в играх оружие ближнего боя было бесконечное. В это время оно ломается. Так, что будем делать? Будем пробовать все возможные вещи. Пока не... О, это что такое было? Эй, вот так вот. Ага, круговая атака, значит. Из пистолета стрелять бесполезно. Только патроны тратить. Ну, я, наверное, не знаю, что делать. Мне кажется, что игру я явно перехвалил. Вот уже который раз я никак не могу загрузиться и пройти. Я уже 3 раза застревал в текстурах, подобно тому, как вы видели только что. Я даже не знаю, что делать дальше. Сможем ли мы вообще в нее играть таким образом? Причем загрузка, она происходит, ну, практически столько же, сколько загружается GTA 5. А если вы понимаете, о чем я говорю. Так, давайте-ка осторожнее как-то сейчас заберемся здесь. Мне нам надо забраться так, чтобы не застрять в текстурах, пожалуйста. Только не застрянем в текстурах. А, есть. У-у-у. Ой, теперь, значит, каждый выступ я буду проходить с облегчением в сердце. Что все-таки нам удалось это сделать. Так, смотри-ка, вон еще один выступ, здесь еще один выступ. Давай попробуем здесь запрыгнуть, потому что там мы застряли в прошлый раз. Да. Ну, неприятно, неприятно, честно признаюсь. Так, сюда мы не можем залезть. Ладно, давай. Опа, тихо.
Нет, пожалуйста, я опять застрял в текстурах. Слушай, ну это невозможно. Это просто какая-то хрень. Ну что, вот что это такое, блин? Ну что это такое? Я вообще не понимаю. Игра только вышла, а я уже застреваю в текстурах. Ну, не могло же быть так. Ну что, не сдается, Маугли. Попытка какая-то уже пятая или какая? Пятая попытка попробовать все-таки дело это пройти. Так, ладно, мы преодолели один порожек. Славьте Господи. Ну, давай попробуем здесь. Здесь или давай здесь попробуем прыгнуть. Сейчас попробуем, Главное, знаете, слишком близко, похоже, не подходить, потому что иначе точно проблема может быть. Опа! А! Нет! Да что же это такое-то, блин! Вы посмотрите на это! Все, я опять по пояс застрял. По уши застрял в текстурах. Ну, какого черта, блин? Какое-то заклинание, я не знаю, произнеси. Ну произнеси ты что-нибудь, блин, сделай что-нибудь. Нажми на кнопку Г. Не знаю, господи, ну может какое-то восстановление здесь есть или что. Так, это у нас инвентарь, типа, да? Типа инвентарь. Ну, я не знаю. Вот вы прекрасно это видите. Я не то, что, знаете, хочу сделать антирекламу или захейтить эту игру, но вот... в общем-то, все очевидно. Игра у нас виснет и не дает нам пройти дальше. Это происходит на первых минутах игры. Я не знаю, может быть, все остальные не сталкиваются с этой проблемой, только у меня какие-то такие косяки. Но играть совершенно невозможно. Что делать, я не знаю. Итак, последняя попытка. Если мне это удастся, мы будем продолжать играть. Если мне это не удастся, ну тогда пошла она в задницу. Я придумал такую тактику. Я подхожу, я просто подхожу и нажимаю 3 раза пробел. А, да! У-ху-ху-ху. Ну, наконец-то, спасибо большое, игра. Ты позволила мне забраться все-таки на эту ступ. Ну, ладно. Закончим, значит, серию. Окей, сюда я не пойду. Ну, пошли. Это что такое здесь? А, это просто у нас просвет. Можно пойти так. Я предполагаю пойти так по лестнице. Это как-то надежнее, что ли, после всего того, что с нами случилось. Ах, ты жучара, ты... Ты кто такой? А, скоробей, пошли нафиг отсюда! Нападение пауков! Тихо. Ну, вроде как бы они сильны. О, да, говорит! Что, тоже не любишь, да, их? Где ты? Иди сюда, я тебя сзади сейчас изрежу. Это кто такой? Лев? Компонент жестокости. Улучшение для оружия. Взять, конечно, берем. Нажмите I для выбора улучшений. Ага, вот смотри-ка, типа. Это наша катана. А для чего мы взяли? Оружие улучшения. А вот, вижу. Компонент жестокости. Что добавить? Малый ванг это наш вес, что ли, так называется. Давай добавим. Ну все. Экипировано. Что у нас здесь? Оружие. А, оружие у нас мечи. Ага, револьвер. Даже не револьвер, а девольвер. Я не знаю, чем отличается девольвер от револьвера. Может быть, вы меня просветите. Друган, да, лучший мой друг. Компонент жестокости добавлен у нас, значит, на... катану, хлам, какие-то навыки у нас, смотри, как, кстати, есть. Мастер жизни повышает максимум очков урона или повышает шанс выпадения аптечек с убитых врагов. Мы что, можем выбрать, да, что-то? Доступные очки навыка. А, мы не можем ничего активировать, потому что у нас нету никаких очков. Это наш игрок в англопедии. Понятно. У этой катаны в венах лед, в глазах кровь, в сердце ненависть, а в мыслях любовь. Как это трогательно. Ладно, пошли дальше. Тихо, кто-то еще здесь есть. Ой-ой-ой, музыка вот эта что-то мне не нравится. Ага, мы могли пойти здесь, но мы ни за что больше на уступ на это не пойдем. На уступки мы к этой игре не пойдем. Побежали уже, что ли? Я бегу, оу! Если бы Маугли был самураем, то это бы, наверное, выглядело именно так. Тут вообще никого. Эй, вы где все подевались-то? Ну что это, у нас симулятор бега по бескрайним просторам Востока? Ну выходите, сражаться будем. Опа! Где-то кто-то, что-то я даже не понял где. О, держи, где ты? Подожди, он упрыгал, вот он ты, засранец. На, держи. Порублю тебя в капусту. Куда ты? Блин, он без задницы даже сражается, ты посмотри. Буду резать, буду бить, все равно. Буду я тебя убить. Нет, все-таки перевод довольно-таки русский. Это, вот что это такое? Ну-ка, уходим, смотри. Вон он взрывается. Что оно дает? Оно ничего не дает. Наверное, может, какие-то очки дает, я не знаю. Вот, смотри.
Ай, не знаю. Ладно, фиг с ним. Но если это взрывается, значит, это, наверное, нужно бить. Лазить можно и по некоторым стенам. Смотри, какие черепушки на метле. Ага, я понял. Главное, чтобы в этой стене сейчас не застрять. Нет. О, вы это видели? Я чуть-чуть не застрял в стене опять. Ну-ка. Так, давай-ка, заползаем. Давай, мой родной, заползай. Вот мы ползем. Ава! Ой, ну славьте, господи, добрались. Нажмите Ctrl, чтобы увеличить свою скорость падения и приземлиться. Вот он что. То есть он вниз резко падает. Ну-ка. Воу! И что это? Он с кувырком приземляется. Я не понял, для чего это нужно. Ой, кто-то на меня нападает. Кто-то ко мне идет. Вон какой-то хрен бежит ко мне. Он не один. Нифига их здесь. Эй, пошли, давай. Налетай, пацаны. Сейчас я всем вам устрою экзекуцию. Ладно, молота этого завалить. По-моему, он самый крутой здесь из них. Так, где они? Кто-то еще есть? Отличная работа, ты заслужишь. Что это за звук, я не понял. Ой, смотри, тут как раз ненужная сталь. Опачки. Просто реально... Клочки по заколочке. Ой, задница с ногами. Сейчас только что вы были свидетелями того, как у нас зациклилась, заела пластинка. Тоже баг, кстати. Эй, парни, вам дорогу подсказать? Прямо по лезвию моего меча и никуда не сворачивайте. Выбор оружия, это я уже умею делать. Да ты что, издеваешься, что ли? Что такое происходит? Ты давай мне нормально играй. Погоди, я вернулся. Я как раз... Вот моя машина, блин. Конечно, все, готово. Все использовать. Ну надо же, мы все-таки смогли это дело пройти. В меню улучшения вашего инвентаря можно найти список собранных драгоценных камней, способных улучшить показатели вашего оружия, брони и способностей, или обеспечить вас дополнительными уникальными возможностями, если вы используете их в качестве амулета. Обалдеть, не прошло и 10 минут, прошло всего лишь 9 минут, прежде чем следующий уровень загрузился. Вы представляете это? Вы представляете, чтобы в наше время загрузочный экран длился 9 минут? Ну что это такое вообще? Мне как будто заняться больше нечем. Ладно, фиг с ним, ты что у нас такой? Тебе что с лицом, парень? Мне кажется, у тебя волосы срослись с кожей. Может быть, ты давно не мыл голову? Ой, ты еще и морщинистый парень, а что это у тебя за... Это что у тебя за розы тут на груди? У всех мужиков, значит, растут волосы, а у тебя какие-то розы? Или это малиновое варенье? Я не знаю, чем ты измазался, но, короче, твои проблемы. Вас не смущает, пацаны? А что это вы все такие красивые-то? Смотри, какие красавцы! Ой, а ты постарел резко. Ай, ничего себе. Перевоплощение. Обалдеть. Ну-ка, пойдем, сходим, посмотрим. Ага, это тоже уже, значит, перевоплотился. Ну ладно, фиг с тобой. В любом случае, я видел вас без грима. Ну пойдем. Вас не смущает, пацаны, что я тут с пистолетом вам тычу в лицо? Нет? Нормально все? А если выстрелю, а? Ладно, не будем его трогать. Потрясающая прорисовка текстур. Вы посмотрите, какие красивые вообще. Вы посмотрите, какая змея. Такое все обтекаемое, какое... О, смотри, чешуя проявилась. Не может... Она на глазах прямо обретает свои очертания. Потрясающе. Ну что ж. Мамуси Хейка может быть хладнокровная социопатка, но чувство стиля у нее есть. Да, я заметил по вам. Все вы такие модненькие, все у нас пацанчики. Ну ладно, давай зайдем сюда. Использовать. Забрать чего-то там. Опа! Это что еще за хрень? Ой, девчонки, какие вы красивые. Эй, господи, тут вечеринка или какой-то выброс произошел? Ты что, Дэдпул у нас с титьками? Слушай, какие они красивые, ты посмотри, а? Вообще, какие модели, какие текстуры, вау! Это несчастный случай, мистер Ван, да ты что, правда что ли? Смит, а ты что ты делаешь? Ты тоже работаешь на эту, милую леди? Я работаю только на себя. Вы двое знаете друг друга? Смит мой механик, чинил мне машину несколько десятков раз. Я тут по личному делу, Камика пропала. Именинница? Так что, торта не будет? Ай, тестикул у тебя не будет, если пасть свою не захлопнешь. Вау, я догадываюсь, что тут случилось. Дочка босса пропала в твою смену. Попахивает отрубленными головами, да? Они билеты на шоу не продают, кстати.
Боюсь, дело довольно серьезное. Некоторое время назад она была обеспокоена тем, что ее вычислил Зилла, видимо, брат Годзиллы. Сегодня она должна была зайти ко мне в гараж в 4, она никогда не опаздывала. Погоди, еще раз, Зилла? Орочи Зилла? Да, она работала в его лабораториях под прикрытием. Ой, он такое не любит. Я организую спасательную операцию. Про охрану Зилы легенды ходят, к ресепшену не пустят. И что ты предлагаешь? Войти по-тихому. Ты посылаешь одного парня, желательно того, кто знает местность. Ну, то есть меня. Ты предлагаешь свои услуги? Смотря сколько платишь. 100 000 наличными. Ой, мой бухгалтер будет доволен. У меня осталась куча старых бейджиков и пара фальшивых удостоверений. Я могу войти и хотя бы сказать, с чем мы имеем дело. Иди узнай, что произошло. Верни ее, если сможешь. Сюда? Нет, сюда они направятся в первую очередь. Возьми ее. У меня есть тайное место, которым вы можете воспользоваться. Ну хорошо, доставь ее к старику. Меня зовут Смит. Веди ее ко мне в гараж. А с этим мне что делать? Вот, я отдам ей, когда увижу. Лованг? Да. Не облажайся, если она погибнет. Они твои пальцы у меня в садах еще месяц будут находить. Леди знает, как мотивировать. Запугивание — инструмент трусливого сердца. Но лучше, чем баловольство престарелого. Такая тупость. Но это так. Ну, тоже верно. Вы оба вон отсюда! Я понял. Поговорить с мамусей. Ой, здорово, привет опять. Смотри, красавец какой, а. Молодец, так. Отлично. Зацикливанная музыка прекрасная, очень красивая. А, вот с этим надо поговорить. Здорово. Твоя побрякушка у меня. Мне полагается тортик, я вернусь позже. Да, вот я ему говорю, вот как раз это. Твоя побрякушка у меня, выбирай. Блин. Дробовик. Пойдет. Вы получили очков навыка, нажмите I для того, чтобы посмотреть навыки. Давай посмотрим, что за навыки у нас тут есть. Вызов врача. Давай вызовем врача. Вот так вот. Эй. Вот сюда. Ага, повысить. Все, я понял. Оружие. Понятно. Смотри-ка, дробан у нас есть теперь. Экипировано. Улучшение. У нас компания жестокости уже добавлен. Все, ничего не изменилось. Что, можно идти дальше, значит? Эй, вот так вот и все. Побежали к машинке. Я не знаю, мне придется, видимо, еще... Сейчас чувствую себя чертовой сиделкой. Знаете что, сиделки неплохо зарабатывают. Ну что, вот, в общем-то, такая серия получилась. Не очень информативная в плане геймплея, но зато очень информативная в плане багов и вылетов и фейлов этой игры. Я думаю, что... Ай, наверное, я не буду продолжать в нее играть. Честно говоря, первое впечатление оказалось очень неприятным. Хотя я небольшой критик, вы сами знаете, что я очень лояльно отношусь к разным играм, но реально у меня нет столько времени, чтобы по 9-10 минут ждать, пока игрушка загрузится. Не игрушка загрузится, а уровень загрузится, а потом еще и застревать в текстурах по 5-6 раз. Ну куда такое годится? Никуда. В наш 21 век это совершенно недопустимо. Если вам понравилось это видео... И не понравилась эта игра, то ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить обновлений. Но если вы прям очень дико хотите, чтобы я сидел часами и ждал, пока игрушка будет вылетать, загружаться и снова вылетать, но все-таки пытаться ее проходить, то пишите об этом в комментариях, будет интересно послушать ваше мнение. С вами был Маугли, всегда оставайтесь на высоте. И покедова. Ай, да он еще и бессмертный, вообще, ты че, вообще не реагируешь? Охренеть. Ребята. Что вот это такое? Вот как это вообще назвать? Это уже, знаете, автопати такое.